состязание по лазертагу в Смоленской области считать открытым. В День защиты детей 1 июня 2018 года на территории железнодорожной воинской части состоялись первые юноармейские военно-спортивные игры имени Лесникова. Ребята, представляющие команды 10 муниципальных штабов юнармии, соревновались в спортивном лазертаге, преодолении полосы препятствий, а также в других конкурсах и состязаниях. Большинство участников уже не понаслышке знают о спортивном лазертаге и уверенно чувствуют себя на игровом поле. Для этого мальчишки и девчонки дополнительно тренируются в местных лазертаг-клубах. В числе других соревнований были переноска пострадавших, метание гранаты, сборка и разборка автомата на время, подтягивание на турнике и отжимания. Теперь ребята ждут соревнований Центрального федерального округа, чтобы показать свое мастерство.